говорят, что разум – ужасная вещь для траты впустую. Разум настолько могущественен, настолько уникален, что он может делать многое. И вы тот, кто несет ответственность за мысли, которые приходят вам в голову. Как же мы, как личности, как люди, избавляемся от страданий? Как мы позволяем себе повышать уровень игры, чтобы подниматься выше, чем мы когда-либо поднимались? Как нам спастись от страданий? Потому что страданиям нет места в вашей жизни. Страдания – это именно то, что есть. Страдания не приносят счастья. У страдания основная миссия – это отнять все, что у вас есть. Что несчастья делают для вас? Что несчастья сделали для вас в последнее время? Дали ли они вам все, что вам необходимо? Может, сделали вас лучше? Чувствуете ли вы, что все, что вы знаете, это печаль? Почему вы позволяете страданиям сковывать вас наручниками, приковывать вас цепью? Разум – это могущественное оружие. И оно принадлежит вам. И все, что вы думаете, тоже принадлежит вам. Поэтому вы должны быть. Будьте величественнее, чем ваши страхи. Будьте сильнее, чем ваши сомнения. Потому что ваш разум очень силен. Привносить добро. Впитывать правильную энергию, двигаться с целью, обрабатывать свой ум. Вот в чем все дело. Каждый день не может быть хорошим днем, но каждый день – это благословленный день, потому что вы находитесь над землей. Вы широко шагаете. Нет времени для печали. Нет времени, чтобы сдаваться. Это ваша возможность. Шанс всей вашей жизни. Сделайте свой разум значимым. И отложите в сторону то, что не имеет значения. Страдания. Они будут продолжать делать все необходимое, чтобы добиться своего успеха. Но для вас настало время, чтобы добиться своего успеха. Чтобы вы поверили. Чтобы вы твердо стояли на ногах. Чтобы вы поняли, что у вас есть миссия. И ваша миссия еще не выполнена. Сегодня тот день. И когда завтра наступит для вас. Будьте еще более могущественными. Будьте сильнее, чем вы когда-либо были. Улучшайте себя. Верьте в себя. Сохраняйте эту веру в себя. Не позволяйте вмешательству извне остановить ваш рост. Не позволяйте тем, кто сомневался в вас и говорил, что у вас ничего не выйдет, сдерживать вас. Не позволяйте неудачам сдерживать вас. Потому что если вы упадете, как вы поймете, что значит снова вставать? Что хорошего в том, чтобы быть несчастным? Можно воскресить себя из темной бездны. Потому что страдания не имеют права контролировать вашу жизнь. Ваш разум, ваши способности, ваша вера в себя – это все, что вам нужно.
шаги, которые вы делаете в своей жизни. Это уже процесс сам по себе. Это будет непросто, но вы не заслуживаете легкого пути. Легкий путь – это не то, что вам следует искать. Примите все вызовы жизни, которые необходимы. Но продолжайте бороться и двигаться вперед. Продолжайте верить в себя. Когда весь мир говорит вам «нет», вы скажите «да». Вы скажите «да» самому себе. Скажите «да», я верю. Скажите «да», я могу это сделать. Скажите «да», меня ничего не может остановить. Пусть это будет утверждено внутри вас. Потому что бы ни случилось, что бы ни происходило вокруг вас, вы несете ответственность за то, что происходит внутри вас. Ваш разум имеет значение. И если вы вложите в свой разум неправильные вещи, наилучшие вещи, которые могут выйти, не выйдут. Наилучшая версия вас не появится, потому что вы позволили всему вокруг вас разрушить вас, разрушить ваши мечты. А ваши мечты безграничны. Они никогда не умирают. Очень много различных вещей будут проплывать у вас под ногами. Будет много вещей, которые будут пытаться утащить вас вниз. Но ваше дело не утонуть. Ваше дело – это жить. Не морите себя голодом перед красотой жизни. У вас должна быть способность питать свой разум. У вас должна быть способность питать свою душу. Готовы ли вы к успеху? Готовы ли вы двигаться вперед? Сделайте так, чтобы с вами считались. Будьте продуктивны, будьте сильны. И я от всего сердца желаю вам. Делайте свое дело.